Гуляш с макаронами можно подать на обед, макароны варятся отдельно, а гуляш можно приготовить из любого, любимого вами мяса. Что касается макаронов, то подойдут они любой формы. Приступаем. Как приготовить гуляш с макаронами? 1. Говядину промойте и нарежьте кубиками. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Говядина, 1,5 килограмма. Лук, 4-5 штук. Масло растительное, 4 столовые ложки. Болгарский перец, 2 штуки. Кмин, 2 чайных ложки. Сахар, 1 чайная ложка. Паприка венгерская, 1 столовая ложка. Молотый острый красный перец, 1 чайная ложка. Чеснок, 3 зубчика. Тимьян, веточки, 3 штуки. Орегано, по вкусу. Соль, по вкусу. Перец черный, по вкусу. Красное сухое вино, 100 мл. Мюка, 2 столовые ложки. Говяжий бульон, 500 мл. Кипяток, 500 мл. Макароны, 500 грамм. Количество порций, 8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Приятного аппетита! Приходите еще!